Сегодняшним концертом мы начинаем акцию под скудовым, значит, девизом: диджеи в танки, кислоту в пивные банки, а рэперов в панки. Или здесь продиджи не ходят. Здесь организаторы попросили: ребята, во время песен ни спичек, ни зажигалок не палить, хорошо? Иначе все будет выключено, прекращено и тому подобное. Я думаю, мы договорились. Ну вот. А сейчас я, короче, приглашаю на эту сцену довольно такой самобытный коллектив. Дело в том, что женские коллективы вообще даже на большой сцене — это редкость. А в данной группе, которая будет сейчас присутствовать, женский коллектив — это большая часть группы. И поэтому поприветствуйте их, пожалуйста, нормально, потому что они первый раз и первыми будут выступать. Группа «Провокация». Всем привет. Мы группа «Провокация». Почти всех. Просто по семейным обстоятельствам нашего гитариста сегодня заменит гитарист группы «Скрим» Костя. Эта песня посвящается вокалисту группы «Bloodhound Gang» Поп Джимми. Чертофановы.
гитара это Константин Попов и на ударных Сергей Аксюденко. Ну, слушаем дальше. Главное начать. А следующим номером я, значит, приглашаю на эту сцену группу с таким очень самобытным, таким очень кричащим названием. Я бы даже сказал, кричащим само за себя, с названием, от которого леденеют кончики пальцев, а по спине пробегает озноб. Волосы становятся дыбом и покрываются инеем. Это группа «Скрим». Thank you.
Пиво в лоток, а зачем мы живем, денег не дай.
грустим, да? Давай еще!
несло. Буду ему заменой. Что за фигня на щетках масло? По лету я начал скучать. Погроб лета, все, что надо мне. Погроб пива, все, что хочу сейчас. Погроб гроба, все, что есть у меня. И больше мне не надо. Нет, 12. Встречные лица и сердце мое.
куда-то стремится. Дело чернеет, тереет освоит. Лишь вечный вопрос, где же буду я композицию я хочу посвятить своей любимой девушке, Полине. Мы все присоединимся! Мы сейчас с вами встретимся. Встретимся? Но пока! Неплохо, да?
следующем номере нашей программы выступает, хотя, знаете, я не думаю, что они смогут сегодня выступить. Дело в том, что члены этой группы достаточно тяжело больны. Они еле... Они даже еле-еле держат в руках инструменты. И поют, знаете, так жалобно. Что-то типа... Я болен этой гадостью самых ранних лет. У меня дистрофия, болезнь кручи. Ну и так далее. Давай. Так что, может, не надо? Итак, продолжатели дела великих Sex Pistols, Король и Шут, Explorer и Егора Летова. Я не знаю, как мне быть, и пройдет меня в самом деле, но я не верю.
Молодежь! Спасибо! Привет, тусовка! Следующая наша песня называется «Пошла туна!» Я знаю, больше не придешь. Да я плевал я на тебя! Такую милость, гадость такую сделайте, выключите свет, пожалуйста. Пожалуйста! Свет можно выключить? Выключите свет, пожалуйста, диджей! Мы вас любим, Панки Хуа! Поехали! Песня называется «Жизнь мина». Которым видно все без глаз.
все пройдет, игровый лед растает, вновь придет любовь. Время летит, время идет, время лежит, время ползет. Поднимите руки. Панки! Отлично, все панки! Панки хо! Следующая наша такая нелепая песня про нелепый предмет. Я думаю, он стоит у каждого дома. Он стоит у каждого дома. Этот предмет называется Кто нам помогал в участии этого концерта, я думаю, вы поддержите, но... Спасибо! Сила панков – это сила! Секс и пиво – это сила! В общем, лично хочу и вся группа Дистрофия, вообще все... да... Мы... это... Мы... Лично Трошкиной Ольге, я, к сожалению, не помню дальше, как ее зовут, Ольге Трошкиной за такое мероприятие. Я думаю, нам такие мероприятия нужны. Спасибо. Вот. И... как? Сейчас. Союзу молодых специалистов. Вот, им спасибо, да. За вечер, за этот Новгород. По-любому. Мы вас любим. Держи. Привет, народ!
колбасимся. Я тоже хотел сказать пару слов. Я хотел поблагодарить барабанщика Скрима за работу с нами. Ну, поприветствовали. Также Константина, я его не вижу, за аппаратуру, вас и всех народ. Панк Москва! Всю тусовку вообще! Это скажи! По-любому! Так, что? В общем, следующая песня, небольшой такой монолог. Нет, следующая песня называется «Песенка гниющего крестьянина». Ага. Вот. Давай, Ваня, поехали, чужие. Зачем я жил, объясните мне. Я работал в поле, зерно убирал, я построил дом, не решилось что. А теперь лежу я в сырой земле, так зачем я жил, объясните мне. Выключите свет, пожалуйста. Вот, сейчас, да, хотим сейчас выключить. Летом за спиной, он в голове не смог.
голодаюсь я, три раза постучу, открою холодильник и три раза закачу. Он не откажет никогда, он у меня ручной. Из Днепрорудного. Есть такие? Есть гости из Днепрорудного. Поприветствуем! А из Запорожья есть кто-нибудь? Вот, есть из Запорожья люди! Панки есть везде. Следующая песня наша как раз на эту тему. Она запрещенная песня, но мы решили ее спеть. Она называется «Задул говно». Нам нужна все ваша поддержка, но парки! Танец девушки приглашает мужчин. Танцует все! Хой! Пошел площадка с обратя пустяк. Надо кто я наступил, такой вот подряд. Один заметил я его и рукалил. Сонец зажигал, как готов отвалил. А вечером на себе одно мне сразу стало жаль его. Одно ведь будет здесь понять, а больше мне квартиру стоит. Я набрался смелости и думал на него. Фекалия я остыла, стала мило на душе. Я не была на землю на моем этаже. Давно горела не спеша, а у меня болит душа. Задул говно, я как сейчас, я на одной ноге скачу. Это не наша песня, а это песня Егора Летова. Она называется «Все идет». Thank you.
военной игре, а на бумажке на моей. И звезда победа тронет, жертвы молот и звезда летит. Ожидания мотаются. Спасибо! Все идет обратно. Юра прет. Thank you.
Еще раз. Ивану можно? Давай! Не стропи. Давай тебя, Афиша! Кто? Афиша! Любовь. Давай! Ну что, еще секс и пиво для колбаса нужно. Спасибо. Панков больше на самом деле. Рэп это не музыка, рэп это! Рэп это! Рэп это! А, я вас люблю всех! Секс убью! Хорошо. Спасибо. То 15 числа состоится концерт памяти Виктора Цоя. Знаете такого? Будут выступать около 5
Ну вот, все мы посмотрели этот классный концерт. Что мы можем сказать? Музыки плохой не бывает. Бывает классная музыка, и у каждой музыки есть свои почитатели. Что я могу сказать? Совет молодых специалистов всегда готов помочь всем молодым ребятам, которые готовы работать. И мы им всегда поможем. Спасибо. Революционер.